3 сентября страна отмечает День воинской славы России, день окончания Второй мировой войны. По улицам Заводуковска проехал бессмертный автополк. Акция проходит во второй раз по инициативе одного из основателей движения «Бессмертный полк» Геннадия Иванова. Колонна из 20 машин стартовала после митинга. Большинство участников были с портретами фронтовиков. И по маминой линии, вот как раз портрет деда у меня с собой есть как раз на бессмертный полк, который участвуем. И он прошел всю войну и также пришел живой и был участником именно в полке связи. И также пришел и после этого передал тот опыт, тот важную цель, какая, то, что нужна память. Потому что если мы потеряем всю память, значит мы забудем те времена. Когда мы начнем забывать те времена, то, к сожалению, снова придут те темные времена. Автомобили проехали по улицам города. По пути колонна остановилась у дома ветерана Великой Отечественной Алексея Бородулина. В мае 41-го из пограншколы Владивостока Алексея Михайловича призвали в отдельный 29-й дивизион сторожевых катеров. В 1945-м участвовал в боевых действиях на озере Ханка. Было как раз 18 лет только, исполнилось. В армию взяли, не было еще 18. А там уже мне исполнилось 18 лет. Но сейчас вот с моего возраста призывался, когда с Бердюжа, нет ни одного живых уже. Ни одного нет. И у нас вот по Тюменской области осталось 3 человека только, пограничников.